Первым вопросом повестки июльской сессии Горсовета Абакана правила землепользования и застройки. Их корректировка в соответствии с новыми нормами федерального законодательства. Среди прочего, депутатам предложено пересмотреть территориальное зонирование участка на улице Мира. На нем располагается бывший детсад «Незабудка». Построенный во второй половине 50-х годов прошлого столетия, деревянный, одноэтажный, он уже не отвечает ни санитарным, ни пожарным требованиям. Детей расселили по другим садикам. Теперь это нежилой комплекс. В отношении детского сада «Незабудка» принято решение о ликвидации юридического лица. 1 апреля этого года подписано постановление администрации города Абакана о начале процедуры ликвидации. В соответствии с оценкой, имущественный комплекс предлагается реализовать по начальной цене 22 537 тысяч рублей. На заключительной перед летними каникулами сессии абаканские депутаты в очередной раз сверили параметры городской казны – доходы, расходы и дефицит. Перераспределили средства на благоустройство, строительство и содержание дорог в республиканской столице. Последним вопросом стала законодательная инициатива в адрес Верховного Совета Хакасии. Депутаты предложили коллегам еще раз вернуться к региональной номенклатуре органов местного самоуправления. В апреле парламент принял закон, согласно которому горсовет должен именоваться Советом депутатов городского округа город Абакан, а мэр – главой городского округа город Абакан. При обсуждении даже проекта закона представители местного самоуправления все отмечали, что закон не должен повлиять на привычные традиционные наименования органов местного самоуправления. Наименование муниципального образования – это одно, а наименование органов местного самоуправления, даже в соответствии со 131 законом, может быть как и полное его наименование, так и сокращенное. То есть не придется нам менять ни свои штампы, ни печати, ни везде вывески и так далее. Завершилась сессия вопросом о присуждении почетных грамот горсовета. Это сегодня одна из главных муниципальных наград Абакана. В этот раз их удостоились юристы городской правовой службы «Кодекс» Ольга Приходько и Екатерина Рогова. Поводом послужил юбилей учреждения. Кодексу скоро 25.